Сегодня в Нур-Султане, Алматы, а также в других городах и поселках Казахстана прошла очередная акция под названием «Приемная на дороге». Возможность поделиться своими проблемами вновь получили жители страны. По каким вопросам к вам в основном обращаются? Ну, в основном обращаются по вопросам водительских удостоверений, удостоверений личности и штраф. Господин полицейский, можете чуть повернуться. И последний вопрос. Поступали ли жалобы на вашу работу?